Внимание всех мировых СМИ приковано к Великобритании. По данным местных информагентств, супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская, должна родить со дня на день. Некоторые издания пишут, что Уильям уже привез Кейт в больницу. С раннего утра госпиталь атаковали сотни журналистов. За интригой, развивающейся вокруг рождения наследника или наследницы британского престола, наблюдает Гульден Бекишева. Толпы журналистов у больницы Святой Марии. Ее выбрала Кейт Миддлтон для своих первых родов. Именно здесь на свет появился ее супруг принц Уильям. Объективы десятков телекамер направлены на главный вход здания. Есть предположение, что ребенок родится сегодня. Мы уже давно ждем каких-либо вестей. Отскоки некоторые репортеры, фотографы стали развешивать таблички и стикеры. Но первой о рождении малыша узнает королева. Официальное уведомление доставят под охраной в Букингемский дворец. После радостную новость сообщат общественности. Однако некоторые информагентства предполагают, что герцогиня Кембриджская уже родила. Просто скрывает. Ведь ее личная жизнь в центре внимания всей Великобритании. Здесь на расхват уходят мягкие игрушки, детская одежда. Эксперты уже подсчитали рождение первенца. Кейт и Уильяма принесет британской экономике около 250 миллионов фунтов. За последнее время вещи с королевской символикой уходят с прилавок за часы. Нас это не может не радовать. Будущий отец младенца находится на базе королевских ВВС в Уэльсе, но он намерен присутствовать при рождении малыша. Для этого даже выделен специальный вертолет. Принц не раз говорил, что будет полностью участвовать в воспитании своего ребенка. Наблюдая за Уильямом и Кейт, можно сказать, что они ведут вполне обычную жизнь, учитывая тот необычный мир, в котором они живут. Таким образом, вы можете быть уверены, что они будут очень хорошими родителями и дадут ребенку достойное воспитание. Заветного события ожидают беременные британки. Королевский монетный двор отчеканил около 2000 серебряных монет. Их подарят детям, родившимся в один день с ребенком монаршей четы. Мы в шутку говорим друг другу, а вдруг рождение наших детей совпадет с появлением на свет наследника. Будет приятно получить подарок из рук королевы. Однако рождение королевского ребенка для нас уже большая радость. Ажиотаж развернулся вокруг пола ребенка. Ставки растут с каждым часом. Кто родится у Уильяма и Кейт, держится в секрете. Но уже давно предопределено, ее королевское высочество принцесса Кембриджская или его высочество принц Кембриджский в будущем году отправится в путешествие в Австралию и Новую Зеландию. Гудин Бекишева, 7 канал.